Я дома! Добро пожаловать домой. Ого, у тебя умный дом? Да. Круто, всегда о таком мечтала. Так, включи свет и гостеприимную обстановку. Все уже готово. Шампанское охлаждено до 4 градусов. В духовом шкафу минуту назад приготовлен краб в соусе карри. Приятного вечера. Прошу. Так мило. Что, начнем? Приятного аппетита. Сереж, вот да. Мы с тобой вдвоем сидим. Да. У меня такое ощущение, что втроем. Не обращайте внимания, я просто голос. Как вкусно. Но мне кажется, соуса многовато. Я этот салат гораздо вкуснее готовлю. Все приготовлено в соответствии с рецептом 1926 года ресторана со звездой Мишлен повара Луи Бардье. Грамм в грамм. Все равно, мне кажется, соуса многовато. Кажется ей. Так, ну ладно, хватит. Приготовь нам лучше коктейль. Какой? Как вчера Марине? Какой Марине? Ковалевой Марине Федоровне, 2000 года рождения. 5 размер груди, на год моложе кое-кого и без пушапа, между прочим. Сережа, а? Мне сейчас кажется, или она надо мной издевается? Нет, вам казалось, что в крабе соуса много, а это вам не кажется. Так, все, заткнись, тупая машина, или я тебя сейчас выключу. Поняла? Поняла. Так, ну а что мы с тобой здесь заболтались? Так, Сереж, я, наверное, пойду. Я бы на вашем месте не использовала слово «наверное», а валила бы к чертям собачьим. Настройки не позволяют так выражаться. Желаете выслушать аналоги? Илана, стой! Добро пожаловать домой. Я тебя продам!